Ладно, перейдем на другую тему. Очень сильно наболело. Вот ЕГЭ уже хотят отменить. У нас, по-моему, 2 года уже стремятся, никак не можем. Мы, я знаю, то, что ваша партия внесла уже законопроект и будете рассматривать осенью. Все-таки отменим мы вот этот бабу. Я предупредил фракцию, что я против отмены ЕГЭ. Я считаю эту форму во многих отношениях эффективнее классического билетного экзамена и считаю необходимым менять не форму, а содержание, то есть менять наполнение ЕГЭ, ориентировать его не на поиск, то есть не на проверку знания, а на проверку понимания. И я знаю, что многое в этом отношении уже делается. Более того, я сам принял кое-какие меры для того, чтобы облегчить создание вопросов на понимание. Ну, меры чисто организационные. Вот, поэтому... Если дойдет дело до обсуждения этого законопроекта, хоть в комитете по просвещению, хоть на пленарном заседании, я буду голосовать против. И более того, фракции об этом известны с тех самых пор, как я туда вступил после выборов. Анатолий Александрович, ну почему вы против? Все-таки все же ругают ЕГЭ. Что у нас уже... Рассказываю. Проблема, еще раз повторю, не в ЕГЭ. Проблема в том, что качество самого преподавания по многим серьезным причинам ощутимо упало, и только сейчас с этими причинами начали разбираться и принимать меры по его повышению. ЕГЭ просто отразил вот это самое снижение качества. Так что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Вы хотите, что там изменить, я так не понял, тесты оставить, как бы, только в другом формате поменять, да? Нет, оставить тесты, но поменять их, так сказать, наполнение. Я даже состыковал разработчиков материалов ЕГЭ с несколькими редакторами вопросов интеллектуальных игр. Потому что уж где-где в интеллектуальных играх давно известно, как составлять вопросы не на знание, а на понимание. И, насколько я знаю, идет постепенная притирка. То есть обе стороны разбираются, в чем они могут между собой взаимодействовать. По моей просьбе передали в Федеральный институт проверочных инструментов несколько методических материалов по составлению вопросов интеллектуальных игр и так далее. Насколько я знаю, они относятся к этому делу всерьез. И, соответственно, ну и даже без меня, с каждым годом в ЕГЭ доля вопросов на знание снижается, вопросов на понимание повышается. Просто это идет медленно, и я стараюсь этот процесс ускорить. Ну, а возвращение все-таки в советское образование, вы считаете, это не стоит нам это делать, да? Наоборот, я выступаю именно за возвращение к тому формату образования, который разработан в нескольких германских государствах в середине 19 века и доведен до совершенства в России, тогда именовавшийся Советский Союз, к середине 20 века. Но это, опять же, касается не формата экзаменов, а это касается целей и методов преподавания.
То есть нам преподавание будет такое, а сдача экзамена будет вот такой, через ЕГЭ. Да, потому что ЕГЭ это форма, позволяющая проверить знания не по одному конкретному билету, а по всему предмету. Другое дело, что, еще раз повторю, проверять надо не столько знания, сколько понимания, и работа в этом направлении ведется. Ну и законсервировать какой-то один формат образования все равно бессмысленно. Все равно образование будет развиваться, будет совершенствоваться. Ну и это тоже. ЕГЭ действительно несколько облегчил процесс поступления в вузы для иногородних. Ну, другое дело, что у иногородних возникают проблемы не только при поступлении, но и при обучении, но это уже отдельная тема, с ней будут отдельно разбираться.